Интеллектуальные истории Отомчика начинаются прямо сейчас, в прямом эфире. Человек шел и упал, естественно, господи. Задрал! Специально, специально. Об угол стукнулся, это нормально. Я перезапустил. Сегодня, кстати, геометрию учил. А углы были там? Силы геометрии помогут нам. 90 градусов. Что за дичь? Пам-парам-пам-пам. Логично. Партизанишь за всеми из-за угла. Я тебя забаню навсегда. 90 градусов. Что за дичь? Пам-парам-пам-пам. Логично. Партизанишь за всеми из-за угла. Это все геометрия помогла. Там что-то было, не помню что. Угол был. И все. Пипец. Что творится? Поехали. Как говорится, 5600 человек. Она пёна, она шерек. Что за фигня? Я адекватный. С этим собакой надо быть аккуратней. Господи, пипец просто. Он же такой какой-то квадратный. Узон прям такой играет. Загрузился, пипец как лагает. Расти большой, не быть лошой. Будь большой, не быть говной. Отличный комп, микрофон. Грёбаный хром. Если кто-то друг сомневался. Я обосрался. Я перезапустил. Сегодня, кстати, геометрию учил. А углы были там? Силы геометрии помогут нам. Фух, сейчас будет вторая волна. Вот она, кстати, священная вода. Угол от угла отличить не можешь. В принципе, похоже. 90 градусов. Что за дичь? Пам-парам-пам-пам. Логично. Партизанишь за всеми из-за угла. Я тебя забаню навсегда. 90 градусов. Что за дичь? Пам-парам-пам-пам. Логично. Партизанишь за всеми из-за угла. Это все геометрия помогла. 90 градусов. Что за дичь? Пам-парам-пам-пам. Логично. Партизанишь за всеми из-за угла. Это все геометрия помогла.